Hi guys, this is my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. Today's video is full of positive emotions, and I personally love this because you all already know that a life, everything is not always work out well. For those of you who are watching our channel for the first time, I want to tell you a little bit about this girl, whose name is Tanya. So we met this girl, or we found her in the remote village. She was living in an abandoned, dilapidated house in which there were no heating and no electricity. When we went in there, I was surprised how clean and tidy everything was. But the girl was living in poverty. She's disabled, and her pension, unfortunately, is not enough. She constantly in need for medicine, firewood, groceries. And the first thing I wanted to do when I saw the conditions of her house was to repair it, to improve her living conditions. But she told us that the house was her friend's, and the government would soon give her her own apartment. And that time she was simply dreaming about going to the city, visiting a beauty salon. Of course, we will leave all the important things for later when Tanya will get her apartment. We will definitely help her, I think, with house her appliances. But for now, we just wanted to cheer her up and make it her dream come true. So we have prepared her dream. But we don't know how Tanya would react for all of this, because we didn't tell her, because we would like to see her real emotions, her surprise. Вон Таня. Смотрите, ребят, как нам повезло. Таня, видимо, выбрасывала мусор. Так. Тань, привет! Привет! Как дела у тебя? Нормально. Садись, поболтаем. А? Садись к нам, поболтаем. Тань, мы тебе дадим микрофон. Оденешь сама. Вот. Куда-нибудь прикрепи повыше, да. А я дрова носила. Дрова носила? Угу. А куда? Что куда? А, домой носила? Домой. Печку топлю. А-а-а. Слушай, у нас к тебе интересное предложение. Короче, какое? Поедешь в город? У нас сюрприз для тебя был. А-а-а. Поедешь с нами в город? Подумать надо. Но вы же все равно, наверное, еще приедете. Так мы за тобой приехали. А-а-а. Сразу за тобой. Ага. И что, а потом обратно меня привезёшь? Нет. Я же говорю, сюрприз будет. Хороший сюрприз. Тебе понравится. Ну, не так же мне ехать. Мне надо в порядок все привезти. Ну, переоденешься там, не знаю. Да? А у вас как дела? Нормально. Ну, ты готова? Расскажи. Я не знаю, я как-то боюсь. Боишься? Да. Ну что, мы тогда тебя ждем? Угу. Да? Сейчас я переоденусь. Таню, конечно, можно понять, она беспокоится. Ну, просто приехали люди, говорят, поехали с нами, и все. Конечно же, она переживает. Но я очень надеюсь, что ей все понравится. Еще поспрашиваем в дороге, вообще, какие у нее ощущения от этого всего. Пока что мы ее просто ждем, пока она переоденется. Вон идет Таня. Вы видите, как сложно ей ходить. Она заходила к соседу, взяла телефон. Не знаю, видимо, может, одолжила телефон. Скажи, давно ты не выезжала из деревни? Я в Москве была, сейчас скажу, лет 10 тому назад. Ага. То есть практически всю жизнь, да, здесь? Вот? Здесь, да, я уже живу 9 лет. Да, ты, считай, всю жизнь провела в деревне. Да, то ну... есть... Город ты не видела давно, я так понимаю, правильно? Ну да, только Москву,
Зеленоград. А то не знаю, что вы за мальчики, вдруг куда меня завезете. То есть, на самом деле, ты побаиваешься, да? Ну да, а то вдруг вы меня выкинете где-нибудь по дороге. Не бойся, не выкинем. Я очень рад, что ты нам доверилась. Вот увидишь, я думаю. Спасибо тебе, Сережа. Пока еще не за что. Я думаю, сюрприз тебе понравится. А сколько тебе еще времени до новой квартиры осталось? Не знаю, я ходила в сельсовет, мне сказали до мая или до след... Сказали, может, через 2 месяца, может, через 3. Угу. Тань, скажи, а вот ребята-то есть нормальные в твоей деревне? На самом деле нет, одни алкаши. Я не хочу такого человека, который пьет много. Угу. Который руки на девушку поднимает. Угу. Я этого не люблю. Как говорят, ну, если мужик поднял руку на девушку, это уже не мужик. Ну, а было такое вот с твоим приветом? Да, у меня было много раз. С Димой, с моим. Да. На меня один раз поднял Димка руку, я ему этого не простила. Угу. Я потом вся синяя ходила, наверное, 2 недели. Это так сильно избил тебя, да? Ну, да. А он пьяный был. Жесть, конечно, что ты скажешь, что это за... Ну, я его бросила. Ну, а скажи, вот опиши идеальный портрет мужчины для тебя, вот. Ну, возраст, я не знаю. Рост, вот, вес. Например, если честно, богатого не хочу. Почему? Я не знаю. Говорят, если богатого человека любить, он... Ты только деньги его любишь, а мне не нужны его деньги. Мне любовь нужна, а богатство мне не надо. Вот. Надо любить такого человека, который... И тебя любит, и ты его любишь. Ну, чтобы взаимно было все. Да. И чтобы все делили вместе. А мужчину надо такого, чтобы он тебя любил. Да. И руку на тебя не поднимал. Конечно. Потому что если он поднял руку, это уже не мужчина, это тряпка какая-то. Он еще раз будет поднимать, потом еще раз. Конечно. И такие отношения, Серег, я не хочу. Ну, что просто так. Пообщались, разбежались, все. Ну, понятно. То есть ты к себе не подпускаешь, да, людей, которые хотят от тебя каких-то мимолетных, да? Да, не подпускаю. Понятно. Ну что, мы уже подъезжаем к нашему первому сюрпризу для тебя. Спасибо. Ты так догадываешься, что... Да, вообще? Хочу посмотреть, что за сюрприз. Хорошо. Так, ребят, я пока что зашел в квартиру. Хочу просто сделать Тане сюрприз. Вот. Включи здесь свет, чтобы все это красиво выглядело. Вот. Сейчас сами посмотрите, как выглядит квартира. Здесь есть все необходимое: микроволновка, холодильник, чайник, вытяжка. В общем, ну, вот все, что нужно, я думаю. Ну и самое главное, конечно, чего нет в деревне, это туалет. Квартиру мы все подготовили уже. Ну и, конечно же, кровать. Кровать, телевизор. Ну, в общем, вот все, наверное, самое необходимое. Ладно, сейчас пойду за Таней. Надеюсь, ей очень понравится. Свет не буду гасить. Ты долго всю дорогу ждала сюрприз? Да, очень. Ну, один из сюрпризов. Сейчас мы все покажем. Тут разувайся, стой. Здесь все чисто, да. Здесь все вымыли. Ты как думаешь, для чего мы тебя привели сюда? Я не знаю. Не знаешь еще пока? Таня, я знаю, что до того, как ты получишь новую квартиру, тебе 2 месяца нужно где-то жить. Да. Здесь теперь ты можешь жить. Красиво очень. Тебе нравится? Мне да. Мне очень. Посмотри, здесь есть кухня. Ой, все замечательно. Здесь все есть. О чем я мечтала? Здесь есть холодильник. Ну что, самое главное, конечно, ванна. Ага. Ну, посмотри. Самое главное, да. Посмотри, пройди. Ой,
Да, мне очень нравится. Нравится? Да, очень. Я рад. Да, впечатление. Смотри, сейчас какие планы у нас. Мы купили продуктов, да, тебе? Ага. Сейчас мы принесем из машины продукты. Ты отдыхай. Да. Договорились? Да. Ну все, отдыхай, осваивайся, осматривайся. Да, буду привыкать к новой жизни. Да, очень все красиво, очень мне нравится. Ну, а скажи, в первую очередь, вот что тебе больше всего, чем ты хочешь сейчас пользоваться? Сейчас я хочу помыться. Ладно, да? Да. Ладно, не будем все больше тебя тревожить. Давай отдыхай. Мы пойдем в машину и принесем остальные твои вещи, продукты. Ну что, друзья, в общем, до завтра. Сегодня Таня пускай отдыхает. Мы приедем завтра с утра, купим все вещи. Ну, просто порадуем человека. Я думаю, ей это будет очень приятно. И она этого давно ждала и мечтала об этом. Ну и, конечно же, самый главный сюрприз, о котором она действительно еще не знает, это завтрашний салон красоты. Мы постараемся сделать ей прическу, макияж. Ну, в общем, все, вот, что любят девчонки, мы постараемся ей завтра подарить. Ну все, перемещаемся в завтрашний день. Ну что, ребята, доброе утро. Сейчас мы заезжаем за Таней. Посмотрим, как она провела первый день на новом месте. Потому что всегда вот для меня лично он очень... такой волнительный, когда ты приезжаешь на новое место, тем более человек не уезжал из своего дома 9 лет никуда. Привет, Тань. Да. Как дела? Нормально. Как у тебя самочувствие? Хорошо. Ну что, одевайся. Ага. Вот. Сейчас я все. Хорошо, давай и выходи. Ну как ты на новом месте, Тань? Нормально. Спалось нормально? Да, не очень, но нормально. Как говорится, на чужом месте не очень. Не очень, да? В чужой квартире, я имею в виду. А мы сейчас куда, Серег? Ну, сейчас небольшой сюрприз будет. Не будем тебе говорить, куда. Ну, что, мы идем в торговый центр. Там нас аккуратно. Там нас ждет один человек, вот, который будет нам помогать делать подарок для Тани. Надеюсь, будет хороший подарок. Хороший подарок, да. И человек хороший, главное. Привет, Олеся. Как дела, Клавдия? Это Олеся, она уже нам помогала. Как тебя зовут? Татьяна. Татьяна, меня Олеся, приятно познакомиться. Как думаешь, что может Таньке подобрать под стиль, чтобы ей прям шло вообще? Ну, она такая худенькая, миленькая, я думаю, я не знаю, как бы. А что тебе больше нравится? Тебе, наверное, некомфортно будет в каких-то платьях, да? Тебе что-то более классическое, да, но сдержанное. Я думаю, может быть, какой-нибудь джемпер такой тонкий, потому что сейчас все-таки весна, будет жарко. Джинсы можно, ну, чуть пошире, я думаю, да, как бы, что немножко. У тебя есть какие-то свои пожелания? Может быть, чего-то хотелось тебе? Какая ткань? Это более легкая, тонкая, либо это что-то вязаное? Что тебе больше нравится? Лучше тонкая, легкая. Лучше тонкая, да, легкая? Да. Я не мешаю, я в сторонке стою, потому что в этом ничего не понимаю абсолютно. Я опять же без изменений стою в сторонке и не мешаю. Я не отхожу от графика, не мешаю. Друзья, кстати, Таня еще не догадывается, что сегодня у нее будет полное преображение. Сейчас она оденется полностью, и мы поедем к Олесе и будем делать ей новый имидж.
Да. Мне нравится. Нравится? Да. Ну что, мы уже подъехали к Олесе, сейчас переходим дорогу и перемещаемся уже в само кресло. Танюшка, здорово. Так, нам надо что-нибудь сегодня придумать. Очень интересно. Я знаю о твоей мечте, мне Сергей уже заранее рассказал. Ты мечтала попасть в руки к специалистам. Да. Я правильно тебя понимаю? Да. А, ты наверняка как бы уже представляла, да, как это будет выглядеть, да? А, может быть, какие-то цвета, может быть, какие-то формы. А, был же в твоих мечтах, вот ты говоришь то, что мне хотелось бы попасть в салон. Как ты это видела? Вот ты выходишь, и какая? Я хочу быть другой, посмотреть в зеркало и то, что я другая. Удивиться, не сейчас, да? не такая, как сейчас, а совсем другая. А чего тебе больше хочется? Чего-то яркого, насыщенного, сочного? Либо тебе хочется более сдержанного, классического, строгого, но чтобы это было очень прям так аккуратно, яркого. Нежно яркого. И яркого, да? Я поняла тебя. Доверяешь мне в Да. Окрашивании? Все, тогда мы либо оставляем тебя так, да, и ты смотришь процесс, либо я тебя отворачиваю, и ты в конце уже смотришь. Хорошо. В общем, друзья, изменились только волосы, а уже человека не узнать. Очень интересно, что будет дальше. Сейчас наступает самый ответственный момент. Таня реально все это время не видела себя, но мы ее увидим. Отворачиваем и что, поворачиваем. Вау, какая я красивая. Ну как? Мне нравится очень. Я даже изменилась. Круто? Угу. Очень. У вас очень хороший салон. Ну ты себя не узнаешь, наверное, да? Нет. Смотри, все как ты хотела, да. Чтобы ты была яркая. Thank you guys for watching this video. I think it's very good and positive video. If you want to support our channel, all information you can find in description. Also, friends, please do not forget to subscribe to social media. The link will be in description below. On my Instagram, I share some of my thoughts and post moments of my life. Thank you for watching this video. I wish you good luck and good health. See you in the next video.